Ну, если вдруг двух возьмет в оглушении, как это называется. И ты понял, короче. Катушку, да? Будет еще один танк. Слушай, а там квест на чумку, может лучше с нее начинать? На самом-то деле, Вайт. В принципе, я могу и на Лану маги подобрать, мне без разницы. Не-не, я магом пойду, это херня все. Я не хочу париться. Просто. Да я на всех, кроме нужных боссов для моего паладина, на всех остальных я пойду магом. Потому что паладин пока еще не такой сильный, агро не держит. Да. Зачем париться? Мне гниломорт мне еще нужен, с него кольцо или шея с броней. Шея. Да что ты мог свалить, если я лучше? Турбо свой без. Я по-своему собираюсь, мне не нравится. Ладно, без брони. На забаже еще плащ и запа эти. Запа не забаже, запа здесь Эльгера. Там пузо есть с броней и мастерством. Забаж. Ну а также Т-10 с броней. Чтобы вы танки агро держали, нахуй. Ну, спекнули бы меня. Да. Чё тройничок, да, делаем? Я даже не знаю, что. Ты ДК прям забирал, не? Ну, бля, ты из тех друидов, которые, блядь, больно твоякинами. Хз, блядь.
Ловкости больше даст. Та же копье с лан. Так, Шреддер, контролишь ромбик. Просто контролишь череп. Костель, тут? Я тут. Да, ты, блядь, падает. Квадрат твой. Шарпистул, трусы твои. Ну и либо... Не, давай кружок контроль. Шарпистул, трусы, выливаемся. Пошли, контроль. Я вас Шипучий, понял. Блядь. Так, паладины раздали фиры. Фир раздали по человеку без метки и по квадрату. Вливаемся в трусы. Влились в череп. Пиздец, вой, шо это там за приключение под синькой? Квадрат. Как тут Даша путешественница, да? Да лагает он сильно, падает часто. Возможно, поставки будут. Что из Т5? Я говорю, все из Т5, что они их фиксят, блядь, постоянно. Не стоит, ну. А Шреддер, походу, давал, блядь, ДПС из-за того, что этот... Во-первых, не вливался в трэш, а во-вторых, походу, что-то апнули. Паладин. Т5. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья. Расист. Турбоплащ надо, да? Нет. Мне нужны только три предмета. Это шея, кольцо и плечо. Все, больше ничего не надо. Кулак бы и поваром, а он есть, нихуя. Блять, Якутия у меня еще и трансмут спиздил, это пиздец. Ты шо, охуел?
Можно попить? Какую нахер звезду? Где ты ее видишь? О, вот ты поставил, хорошо. Да, блин, скинем каменем. Нахер вы РЧ делаете, если вы пуляете без готовности человека? Неправда, я нет. Целка багнула. А я тут ядро подтянул. Тебе показалось. Так он сорвал. Геру. Если ты можешь не ходить. А вы можете сферы не срывать? Где-то бой завис, целка. Где-то же рекаун бахнуть. Да. Кинетика упала или не? А, нет, это стрясающе. Выхари. Охуенно, катушка только мне нужна, и, видимо, только я сферы бью, да? Вот, ну, посмотрим. Самер, хочешь, я тебя спижу катушку? У тебя она есть.
хуюшка. О, ГЦ. Блядь, чё смотри золотно? Вот еще Глора упадет, да, на? Танки, танки, не спим, трэш идет. Давайте замени. Я в инвиз ухожу. Жизнь. Алло, блядь, танки. Давай, мастер, хилю, оверхилю, танкуй. Подбежал, сука. Там под крыльями крутится у меня такой. Шаровка, не? Что-то не дошло, Тиран. Мицтурка на маге. Мне не надо, я спрашивал, поддэшить ее или в танке, мне без разницы. Он катушку хотел, блять. Танком, так танком. А почему 10% император Шамы? ДД кольцо. Это говно. Да она нихуя на Элемов оно не говно. А нахуй ты ролил, если это говно? Императору дай за этот, блядь. За минор и проечу никаких 10%. Тут винтовка лежит в мобе, если что. Император, линкани твое кольцо с собой. Сколок лежит, если что. Как бы. Оно, кстати, шарк на тебя тоже бьет. Сука, собачки, а не с Геры. Так, 389, да? Еще минор упрейдж там. Минус 275, да, ему? Ему дали уже 389. Минус 275. У него надето на нем сейчас. Танки есть. Короче, я спекаюсь, заебало. Суманите микстурку, блядь. Сейчас я его перетащу, ну. Сука, где моб нахуй в текстурах стоит, блядь? Я теперь ТПС не увижу на лане, ёбаный урод. Ну чё, у тебя багнулся? У меня ничего не багнулось. Все багнулось, блядь. Еще страшно не скидывается, блядь. Ой, назад, братишка, похиль. Стоп. Не надо. Ну ладно. Да они заебали уже, блин. Здорово, здорово.
чего турбе заходить, ты ж ничего не говоришь. Не, было слышно. Все. Да, говорил. Он, наверное, пивцо открывает. Отпиваю пивко. У него нету допинга, я уже спрошу. Блин, как это... Хотя он сказал... Хотя он сказал, без пива больше рейд не пойдет. Да, ёбаный рейд, сука, погнулся, нахуй. Ёбаный. Ой, заберите. Заберите. Я захожу, нет? Ну, да, мастер. Да, да, заходи. Сап. Мастер фризует, просто не смог забрать себя. Еще и сап. Да, это ж сорян. Да, сармса хуй заберу. Это бред-то. Заберу. Я говорю, лаги нереальные. Давайте сходу хуёду, блядь. Не верю. Я чем уебать, на? Бабкам нахуй или чем, блядь? Давайте, за 40 секунд должны пульнуть. Бафы кидайте, рыбу кушайте. Бутылки пропивайте, припоты готовьте. Чё ты громи молнии юзаешь, если ты можешь земным шоком скидывать стаки? Не? Так я... Оператор. Смотри, когда я это юзаю, у меня молниеносные скиллы, они тоже шип пускают. Ну так правильно, земной шок тоже мгновенный скилл. Не умеете кусать, будете ГП ловить, блять. Всех кусаем. Ну. Понабирали по объявлению. Лапа есть? Куст. У куста мне отдадите первый турбойс. Или так и будут мелики забирать, ну. Бля, я же перекачаю. Вайпну сейчас и пойду перекачаюсь. Скажи, это Хантуны. Не успел. Километров. Уже запомнил, как зовут. Вот это вот шустрый. Бля, девушек меньше в гильдии, чем пацанов. Войд, как меня зовут? Да. Ханс, а можно бежаться? Дал прожимку. Тебя зовут Егор. То Магомеду Гепена. Не Магомеду Гепена, а хоть тем, кто, сука, не среагировал, нахуй не сбежался к ханту. О, а кто меня укусил? Хила. Спасибо. Блять, я не скликнулся. Я же говорю, нахуй, ханту Гепена. Продайте.
Сомалийский, кусаешь императора, Арров мастер, кусаешь штурбо. Готовимся эфир, блядь, все в центр ста. Я давал вам прожимку. Начинаем представление. Какая жалость. Пиздец. Бегаешь, кусаешь и умираешь. А теперь смотрим. Диваны даем. Вы хера, диваны, диваны, диваны. Я кусаю, потому что императора. Поэтому я стою рядом. Да? Одно только радует. Бой спадет, блядь. Все равно босса садит, не? Не повезло. Повезло. Недалеко отходи, блядь. Встань в центре, чтобы все достало. По Мише Про давай масс, чтобы всех достал. Так я специально, я же вижу, что мы сейчас сдохнем. Специально он, блядь. Прожимки, почему она, блядь, мизерект нахуй не юзает во время начала боя? Здравствуйте, охотник. Мизерект, это на пол твой. Ну нахуй он урону. По огромку с этой, не по урону. Так давно уже. Он здесь нормально работает. Вот просто смотри КТМ. Ну, блять, ты посмотри КТМ и посмотри, что в скиллах написано. Лапа есть у кого барабаны? Бафните. У вас даже сопротов нету. По третьего по огромку с этой. Что, нету барабанов, да? Второго по урону он кусает. Он кусает второго по урону. Блять, я не хз. Я был всегда третьим, блять, кусала пана, блять, потому что он был вторым, да. Это было неожиданное решение. Можно по атаке было. Походу нет.
Да. Мастер, черт ему. Че? Утя. Начинаем представление. Не достаю слишком далеко. Понятно. Серьезно, нахуй? Портал есть. Просто цитируя царя. Какая жалость. Как вам такое? Фойд, есть, сейчас тебе скажу, 2.5 секунды, пока на тебя начнет кидаться флейм. 2.5 секунды. Расскажу, есть такая хуйня, как называется интернет, блядь. Есть такая хуйня, когда глаза наебают. Виби, юзни масс-рез, пожалуйста, на некоторых нету КД. О, сейчас как раз присуммоним. Как можно среагировать? Очень легко, блядь. Может, потому что он вылетел, не? Виби, шкаф. Маликит. Отлично. Если бы он мог, он бы же давно отписал, блядь. Что-то он до сих пор не отписывает. Да и Казум обычно не тупит. Ну да, он нормально играет. От ГП его это, конечно, не освобождает, блядь, сильно, но... Как приятно с Олей хили. Чё? Хорошо захилишь с ней? Ну, она очень хорошо хилит, типа. Ну, она же одета плюс. Ну да. Одну цепнуху не кастует. Не надо быть, блядь, одетым, чтобы нормально хилить. Плюс Укс, кстати, я в 250-м гире начала ходить. Ой, блядь, хилила плюс-минус так же. Подразумевал хорошо хилить, типа руки есть, а не то, что она хорошо одета. Вот что я подразумевал. Подлезал. Засчитано. И тоже хилится. Учись, Войд. Это волк с языка.
Да вас глаза наебали. Так, наконец-то, блядь, в гильдию плюсуют магина. Надо сов, а то сложно. Нихуя себе, с претендов, на какого хуя, блядь? Чего им претендам не нравится? Может, в рейды не брали. Литера. Литтера. Да. Пожалуйста, не пуляйте раньше, сука, не лезьте к боссу, блядь. Но, Магомед. Комендант. Да как он стоял? Турбо он дамажил. А потом, блин, канулся и почему-то пак не свел. Костель, отошли. Отошли в сторону все. Завис он нахуй. Прожмите. Я тоже походу сорвал. Сорвал. Пусть не тебе. Мы отдаем Геру нахуй после третьего. Ой, после первого. Че, мы просто раз убили. Почти. Виби. Якутия, тут... твой крик на хп постоянно, блядь, не вижу его. Блядь, я иду нахуй, третий, блядь, ты мне хуй. Кокс. ДДшник. А, да ты не кусалась? Гера могли убить его. Хан.
Геру. В смысле уже с Гером? Чё, прожимку да, чего? Багру. Сам-то деле говно, потому что нету, блядь. Сам знаешь, чего. Давай назад вышел. Ну, хилам это бис. Биполярыч. Фелшер на РДД? Нет. Нет. На хилов? Это опять же зависит, кто как собирается. Иногда говорят, что... За что, за шею? Шея РДДшная. Смотря кому. 5. Если хилу, то... 100%. Так он же не один рулил. 100% давай за шею. Чё там Оля говорила? Блин, а насчёт шеи. Вот эта шея, которая с острова, она, во-первых, дает меньше СПД, во-вторых, меньше стат, даже если разделить. Она хороша только тогда, когда ты ее используешь под бурст. То есть, если на постоянный урон рассчитывать, на долгий бой, то багруха лучше. Ой, да ты моя хорошая, ой. Да, блин. Да, про РТД, потому что мы считали, эта шея дает больше СПД. Просто островная дает раза много. То есть, получается, она как под бурст больше идет, и ты больше бурстишь. А та дает постоянную. Ну тут я не знаю. Это хай контент, постоянные статы профи. Потому что все время бегаешь и ты про ябло. Я тебе расскажу другое. Не ты токены, ты токены ХМ отдаешь за фул ГП? За 200. Какой нахуй за фул, блядь? Где вы видели, блядь, у токена фул либо не фул ГП, я не пойму, что это. Да. У них есть одно стабильное ГП. Не на хай контент, блядь, императора, как ты говоришь, ну. А на контент, которым, блядь, босс долго идет. То есть на личе даже тоже идет долгий бой. На джайне идет долгий бой. Я имею в виду на том, где тебе нужно двигаться. Там и постоянно. По идее, двигаться нужно на всех боссах. Ну, допустим, на орке и тухлом я чуть не особо двигаю. Нету? Нет вроде. Окей. Группу поставь. Пять. Да. Ибо даже офается пиздец долго. Я до сих пор вешу. Ну, это плюс ГП. Это доп ЕП в 5 утра. Конечно. Только обязательно в 5 утра не перепутать ЕП с ГП. Да, да. Ну, ты же сказал, что у тебя перс на одном и том же аккаунте, я в это время уже коннектился. Что мне ждать сидеть? Ставим ставки, сколько упадет осколков? Сколько тебе надо? Ноль. Тебе ни одного осколка мастера не упадет. Три упадет. Нет, три.
бедный Лрей. Ну а что вы хотите? Топор забрал ДПС, на 3к возрос, срывает агрон. Не, просто не, он как император. Срывал. Он просто как император, блядь, стоит и бьет босса Аларана. А тут он забыл просто напуливать. Если чё, меня слил, блядь, моб. Алло, Карл. Если чё, это, блядь, сарказм. Держу в курсе, держу в курсе. Держи, будет. Ни в чем себе не отказываю. Еще одну ленточку за анроли, что ли? Я так понимаю, мне в ДД, да, наверное? Нет, я в Благе. Блин, теперь Шреддер желтую джагу сбивает, падла. Ничего не поделать. Тупо. Просто. Покажите, хулипало, как теперь вы можете хилить без джаги. Одно активировали. Вторая. Минус. А ловушка? От ловушки? Да, Алиса ужин кинул. Убиваем сразу. Блять, одел волю, теперь ждать, когда, блять, это когда сейчас? Диспел. Бля, я в лужах утонул, так что я на бойсе не шел. ФДК так много в этом рейде дает. То есть нигде. ФДК танк. Если что, без него убьем. Чему, блин? АФК пишет ему. Я пораздаю лучше. Так я в хайме. Да что за тактика, не понял, для чего стоять возле ворот? Я просто не был здесь.
слышу. Да, блядь, тут кидается едкой... Фу, он про рейндж это, типа, говоришь, что проще стоять бы. Ну, просто на рейндже стоит? Да, и стоять друг от друга подальше, бля, потому что кидается в левота, как же на тухлом. Я понял. Просто раньше вокруг стояли же вроде, не? Как в обычке. Так вокруг и стояли. Ну то... Я понял. Войд, вы с Валманом, если что, мобов танчите. Не собирайтесь так. Отличные новости, народ! Киру. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Иди спать. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Липучка, вонючка! Слизь снова потекла! Фёшер, ты где так огребаешь? Уже стоит нахуй. Большой. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. Два слика. Готовьтесь. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка. И два маленьких схватил-то. Нет, глыба. Первый есть осколок.
море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Давай мне на Дисней. У тебя тоже Дисней. Да он сейчас может пойти сдать. Так, где у меня ров? Во, у меня ров. Осталось только токен выбить, нахуй. Осколок. Как так сказать, если упадет... Лучше пусть не говорит, это, кстати, работает. Это как с воронками, блядь. Да, сглазить, блядь. От всяких глазливых... Турбо в рейд, прикинь. Я в Бога не верю, ты мне, блядь, рассказываешь. Турбо в рейд, прикинь. Я без ассист. Вот я возле босса. Поваром. Гелики, стойте под левой и под правой ногой, не стойте в центре. Надо с одной стороны стоять, чтобы они летали. То туда, то туда. Кулак повара, обдавите. Глыба прожимается в таймер.
утилами. Ламер. Это хуже. Тут компы и пил. Так, все, успей второй стак забрать. Ламер это неопытный юзер. Путь ламер. А, блядь. Я только сейчас понял, что что-то не так, так. Ну ладно, императора зубы, да? Два стака это мало, типа, да? Я долбоёб. Я вышел. Я вышел в рейнджу. Бейте сами. Зачем в рейнджу? РДД умер один. Что? Тут не так, как на Гиломорде. Я ушел на рейнджу. Я два стака убыл на мне, я не знал, что два стака убьет. Три, блядь, стака на дефхэме. Не знал. Не прожал бабу, потому что я Минар захиливал. Ну, в смысле, под крыльями. Сторка ламер. Хорош. Ладно, скажу. Т4, блядь, говно на. Вот второй осколок, мастер. Сейчас профа убьем, и ты третий полутаешь. Да, ну чё мне на мага прыгать или ДК быть? Давай. Сапожки бей свою, блядь. На ком два стака чумы пошли? А можно еще одни такие сролить? К квестовику, но не сдавайте. Не сдавайте квест. Квест стоим, не сдавайте. Так, не дай бог кто-то, сука, сдал. Я дай соображу. Виви. Да, сообразим. Где у нас этот, блядь, Саммервиль? А Шарпис-то у него ролил? Нет. Надо было ролить и отдавать мне. Кто там еще, блядь, умирал? Не, только Сомалийского и Сомервиля вижу. Ждем всех, не подходим. Вообще отошли от него. Ставьте, быстрее будет. О, бля, а ты не можешь отдать, правда? Этот осколок. А можешь отдать? Заебись. Блять. Ладно, я тут квест пока стою. Лутера мне потом дашь. Да я что-то завтыкал. За квест. Ставьте шкаф и лок. Ставьте шкаф. Да, электрошаму. Да, за 10%, это говно.
Давай, принимай сумму. Сдавайте-ка. А, у тебя был, всё. Блядь. А у меня не было дебров. Сдали, короче? Сдавайте. Сдавай, у кого хорош. Нихуя. Даже пояс. Так, а дай мне лутер. Что-то, блядь, деньги уешь. Император вообще охуевший, блядь. А тебе нравится, какая аддон выскакивает? Как камешек? Что, у нас будет перекурен, да? А чё, вы всё, Эро? Какую Эро? Нормально. Ну, у меня окошко... Курба, ты думаешь? Прыгни ниже комнаты на секунду. Ну, двумя комнатами ниже. 4-4, говно. Бегу забирать.